ամնը հարգարժան դեսպանի միջոցով մեր ապագա ռազմավարական դաշնակից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ակնկալում ենք ավելի արդյունավետ ջանքեր այս պահին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը խլելու, յուրացնելու ռուս-թուրքական ծրագրից մեզ հեռու պահելու. В лице уважаемого посла США мы ждем от нашего будущего стратегического союзника, Соединенных Штатов Америки, более продуктивных усилий в вопросе недопущения российско-турецких планов по отторжению и присвоению суверенитета Республики Армения, а также во имя обеспечения обоюдных стратегических интересов в регионе, расширения совместной региональной деятельности на основании правопреемства Первой Республики в рамках стратегии Вильсоновской Армении и расширения союзнической деятельности в регионе посредством развития армянского фактора. Мы должны иметь в виду, что уже выходим из советских и постсоветских реалий. Безусловно, мы также наблюдаем, как Россия, Турция и Азербайджан прикладывают все усилия, чтобы удержать нас в этой действительности и полностью захватить Армению как в физическом, так и в правовом смысле. Мы больше не говорим про Арцах. Они считают, что уже растерзали Арцах. Конечно, это не так. Պատկերացնում ենք արդեն նոր ժամանակաշրջանը, բացարձակապես նոր ժամանակաշրջանը, զերծ ամենայն սովետականից եւ հետսովետականից, եւ իրականում դա ավելի ճիշտ անվանենք ռուս-թուրքականից եւ քաղաքակիրթ ժամանակաշրջանի արևմուտքի. И мы уже представляем новую эпоху, исключительно новую эпоху, свободную от всего советского и постсоветского. В действительности было бы более правильным обозначить уходящую эпоху российско-турецкой. И мы констатируем начало цивилизованного периода в орбите Запада. Мы не видим какой-либо возможности стабильности, мира и развития в регионе без стратегического союза США, без правопреемства Первой Республики и без восстановления международным сообществом прав армянства и Армении на основании этого правопреемства. Не потому что это исходит из наших национальных интересов, а потому что на то есть объективные причины. Не случайно, что даже 100 лет назад могущественные мировые державы понимали это все и разработали пакет по решению армянского вопроса. Однако обстоятельства сложились не в нашу пользу. Большевистская Россия и кемалистская Турция смогли сорвать эту большую программу. Сейчас сложилась благоприятная ситуация не только для освобождения, но и для перехода от проекта Советской Армении к проекту Вильсоновской Армении по правопреемству Первой Республики. И для армянства это будет стратегической целью номер один. Конечно, это будет краеугольным камнем и стержнем армяно-американских отношений. Այդպիսի քաղաքակիրթ լուսավոր ապագային վերջապես եկել է ժամանակը, որ հայությունը կարողանա շտկել իր մեջքը, Հայաստանը կարողանա շտկել իր մեջքը. Мы верим в такое цивилизованное и светлое будущее. В конце концов пришло время, чтобы армянство и Армения смогли выпрямить спину и приобрести соответствующую возможностям положение. Мы уверены, что это будет в первую очередь на основании и благодаря стратегическому союзу с Соединенными Штатами Америки, потому что те обязательства, которые взяло на себя международное сообщество перед Республикой Армения и армянским народом, в силе, и их знаменосцем являются Соединенные Штаты. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.